Анонс и точная дата выхода 5 и 6 серии нового сериала «Роман с детективом». 5 и 6 серии сериала выйдут на телеканале «Украина» 9 декабря. Напомним, по сюжету сериала в жизни Лады Кошкиной всегда было место приключениям. Во многом благодаря ее выбору профессии. Героическая барышня успела поработать в правоохранительных органах, в охранном агентстве и в итоге остановилась на роли частного детектива. Открыв собственное агентство и найдя единомышленников, она каждый раз бралась за самые запутанные криминальные истории. Чаще всего сыщице приходилось погружаться в семейные разборки, искать доказательства супружеской неверности или искать пропавших возлюбленных. Но она относилась серьезно и ответственно ко всем клиентам, вникая в их переживания и делая все возможное для оказания помощи. Справляться со сложными задачами Ладе помогла ее разносторонность и интуиция. Она проникала в доверие и заводила новые знакомства с легкостью. Большой круг общения и умение находить компромиссы положительно сказывались на профессиональной деятельности Кошкиной, потому что для нее не существовало мелочей или лишних деталей, а каждую передрягу заказчиков она воспринимала как личную проблему. Напомним, 5 и 6 серии сериала выйдут на телеканале «Украина» 9 декабря. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.